Он не ходит в детский сад и постоянно под присмотром взрослых. 4-летнему Никите из Краматорска запрещены физические нагрузки. Всему виной врожденный порок сердца. Роды были тяжелыми, и ребенка едва спасли. Без срочной операции мальчик мог стать инвалидом. Иди сюда, Кнопик. Давай, обнимай. Никите скоро исполнится 4, но в детский сад мальчик не ходит. Он с рождения под бдительным присмотром родных. Врачи сказали, что не надо ходить пока в садик, чтобы не было физических там нагрузок. У мальчика есть 2 старших брата и сестра. К тому же помогает крестный Максим. Никита называет его папой. В церкви, когда были, батюшка что сказал? Ты знаешь, почему ты крестный? Значит, ты, не дай бог что, должен отвечать за него, как отец там. Крестника он поддерживает с первых минут его жизни. На момент рождения не дышал 3 минуты. Так получилось, что легкие запустили, а клапан не закрылся. Первый месяц мама с малышом провели в больнице, а тем временем дома их очень ждали. Ездили до нее, кушать ей возили, ждать ее из больницы. Вот это было, наверное, сложнее всего. У Никиты диагностировали порок сердца. Кардиологи уверяли, проток со временем должен закрыться. Но в 3 года стало ясно, тянуть дальше некуда. Увеличивается его диаметр, значит, идет перегрузка сердца. И может развиваться в результате, может развиваться легочная гипертензия. При развитии легочной гипертензии может наступить такой момент, что ребенок будет неоперабельным. И реально он станет инвалидом. Потребовалась срочная операция, чтобы спасти малыша. Собрать нужную сумму на ее проведение для мамы-одиночки оказалось нереальным. К тому же женщина сломала ногу и поехать с сыном в столичный институт сердца не смогла. Помочь вызвался крестный. Там доктора посоветовали обратиться в штаб Рината Ахметова. Понадеялись на Бога и на фонд Рината Ахметова. С начала года гуманитарный штаб запустил программу «Здоровое сердце». Главная цель – помочь детям вылечить врожденные пороки. Для операции закупают дорогостоящие устройства и оборудование. И это спасло жизни уже 23 маленьким пациентам. Вторая жизнь. Огромное спасибо. Сделали все. Все, имели все. Мы не нашли такие деньги, а для малыша это надо. Мальчику успешно вживили оклюдер, и теперь он совершенно здоровый, отправляется домой к маме. Никитушка, молодчинка ты. Все, что надо сказать, тетя. Спасибо. Инна Жиленко, Руслан Кузьгов. Для сегодня канал Украина.